Сегодня моя первая вылазка в лес. Целей особо никаких нет. Просто погулять, собирать сосновые почки. Там, когда буду собирать, расскажу, зачем они нужны. Снять про батарею, ПВОшную из них. Но это будет отдельное видео. Ну и разгулять ноги. Показать проводы, когда здесь есть. Нахожусь я на промысе, идти мне вон туда, на те сопки. Там очень красиво. Буду по дороге показывать разные интересные места. Погода сегодня хорошая. Сегодня 16 июня. Погода замечательная. Солнышко, ветерок. Ветер, конечно, хороший, комаров гоняет, но, наверное, не будет плохо слышно. Мои комментарии. Все, конечно, снимать не буду. Начинается идти морожка. Черника завязывается. Надеюсь, в этом году будет всего много. ЛЭП проходит, и везде по линии электропередач валяются вот такие вот железные, не знаю, как это называется. Ну, короче, скорее всего, будут менять вот эти деревянные столбы на железные. Их уже привезли, собрали. Ну, там, когда на автобусе ехал, у каждого столба такие являлись. И будут менять. Ручеек, ну это третий мой переход. Растут такие желтенькие цветочки. Что мне нравится в наших лесах, сопках, тут можно пить почти из любого ручья. Если вода не стоит, там не болото, а вот ручеек текет, можно спокойно пить. Водичка там чистая. Впереди у нас такой вот густой лесок. Тут довольно высокие деревья для нашей местности, для Кольского полуострова. В этом лесу, так сказать, лесочки, он так длинный, он вокруг сопок идет. Тут грибов здесь, в основном здесь сыроежки собираю, ну и маховики встречаются. И много черники. Ну, чернику здесь бабушки собирают. Поэтому эко-брусника здесь есть. Но я это место прохожу. Пускай бабушки пособирают. У меня ноги еще есть. Могу подальше пройти. Все. Из леса я вышел. Вот болотце надо пойти. Выбрал сегодня нужную тропинку. Очень много. Вот эта тропинка, она прямо идет через самые сухие места. Там болот, самый короткий путь. Нам надо вон эту сопочку. Смотрите, как тут красиво. Вот. Идет морожка, надеюсь, в этом году она будет, ее будет много. В том году было очень позднее лето, и она где-то созрела в сентябре. Обычно в августе собираем. Тут я в середине сентября собирал морожку. Шел за брусникой, каждый раз тыкался в морожковое поле и приходил не с брусникой, а с морожкой. Ну, тоже неплохо. Бывает так, что брусника морожка цветет, а завязи нет. Чья-то нора. Не знаю, кто там живет или не живет. Ну, довольно глубокая. Может, леса. Папоротник. Ну, он еще маленький здесь. Обычно здесь кусты его растут. Много кустов. Ну, еще. Не было тепла особого. Вот здесь, вот на этой сопке, очень много грибов. Под березы, киподосиновики. Белые я тут не видел. Но здесь можно вполне насобирать. Если никто не... Забрался на сопку. Вот такой вид отсюда открывается на город. Вот. Так кажется, что близко. На самом деле идти в горку по такой жаре сложновато. Тяжеловато. Вот. Здесь 3 километра прошли. Такая там красота. Я имею в виду 3 километра от поселка. Еще вместе с этим поселком. Что автобус до поселка доезжает. Такая местность, лесотундра, карликовые березки наши, которые покрывают бух. Так, такая природа у нас скудноватая, но зато красивая. Цветы тут, где они? Вот цветочки какие-то тут.
А вот и тетвороника. Вот это вот вороника. Кстати, вот раньше не видел эти цветки, может, не замечал. Мне было интересно, какой у нее все-таки цвет. Котелок кто-то оставил здесь. Меня всегда интересовало, откуда здесь такие большие камни. Просто на высоте вроде как нету горной породы никакой. Просто лежит камень. В этом месте вот люди ставили палатку постоянно. Тут место грибное. Ну и собирали, видимо, варили, чтобы нести домой уже в вареном виде. Чтобы нести тяжесть, так как здесь очень много. Можно собирать бесконечно, когда грибной год. Это и кто-то, видимо, оставил кастрюлю. Ну да, она там сверху дырявая, я вижу. И еще здесь зачем-то положить ее. Вот такой камень, и вокруг них почему-то все время вот такие рвы. Вода, наверное, точит. Так вот здесь. Все, дошел до места. Вот геодезическая вышка показывает, что здесь самое высокое место на этой сопке. Они буквально вот на каждой сопке есть такие вот штуки для геологов, геодезистов. А раньше там какой-то флажок был, я уже не помню какой. Вот такое местечко. Сейчас немножко отдохну, подышу воздухом и буду рассказывать. Покажу здесь блиндажи. Брутвей, так называемый. Ну, почему так назвали они? Вот, он там находится, чуть дальше. И вон, если видно, на той сопке, на самой высокой, там тоже есть такая же вышка. На этом не было ни разу. Вот. И, кстати, там снег лежит еще на тех сопках. Все, я зуммер прибавил, вон видно, там далеко. Еще снег не растаял. Как мне надо вас ходить, но там чуть... Лягушка, видите, живая, какая-то у нас съеженная, что-то жарко, наверное, бедная. Ну, прыгай. Что-то она приняла оборону, не хочет никуда уходить. Ну ладно, может тебя в лужу отнести. Странная она какая-то. Может, помирает. Ладно, не буду мешать. Так, вот почки. Сейчас их буду собирать. Для этого необходим пакет у меня будет и перчатки. Чтобы смола не осталась на руках, я лучше буду делать перчатки. Из них я буду делать отвар. Мед, ну, сироп, как это называется. Ну и посушу. Очень полезная вещь. Помогает при кашле. Вообще тонизирует организм. Покажет нервную систему. Устраняет симптомы язвы и желудка. Уводит мокроту из легких. Ну нет, особо не надо. Вот. Справляет хронические головные боли. Восстанавливает репродуктивные функции. Ну и так написано было. Женщинам беременным не рекомендуют употреблять такое лекарство. Ну и чего. Содержит витамины ПКБ 12С. Активизирует защитные силы организма. Короче, он восстанавливает организм. Там очень много витаминов. Поэтому зимой мы пьем. Будем делать мед. Рецепт я дам в описании. Очень полезная вещь. За зиму мы потребляем. Ну, я сушу, потом чай добавляю. Родителям тоже даю. Сушить надо в естественных условиях. Без электросушилки. Еще настаю водку. Одно штучек 5 таких. Кидаю бутылку, закрываю. Ну и зимой, если что, начинаешь болеть. 50 грамм. Может, поэтому никогда не болеть. Заболеть то, что начинаю болеть, я сразу купорю бутылочку, немножко выпью и порядок. Все, я буду сейчас собирать. Надеюсь, пакетиков 2 соберу сегодня. Жарко сегодня. Домой уже пора. Бродил.
Петрушки молодые тоже собираем. У них тоже есть много полезных свойств. Их мало, но они есть. Пакетик собрал. Почки еще маленькие очень, поэтому медленно собираются. Вот почки хотят. Уже цела, цела. Вамху. Тут ее собирать было. Пробилка на вамху. Мок цепляет. Ветер, наверное, меня плохо слышно. Но у нас еще. Немножко собираю и пойду. Еще один пакетик забрал, думаю, на сегодня хватит. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому интересно это.